Ну, в принципе, можно и начать даже как бы. Снимаешь уже? Да, я оттуда начал. Ну, расскажи, в принципе, о себе. То есть, что делаешь? Как бы, как дела, в принципе? Зовут меня Леха. Я маляр. По кличке Пикассо. Или Пикассо, или, наверное, как правильно. Вот работаю здесь, рядом, на объекте. Строим дом. И маляр, и штукатур. Если камин поставить, в принципе, могу. В общем-то, зарабатываем мы неплохо. Что жаловаться. Вот. Я интересуюсь там художествами всякими. Все-таки, знаешь, малярское дело. Кисти как. Как тени класть там. То есть рисуешь? Ну да, рисую дома. Так, у меня папочка и такие картинки там. Меня интересует. Ну, вообще с детства так там, рисование шло и вообще. А что именно чаще всего рисуешь? А вот, короче, я тему расскажу. Давай. Как я пришел вообще. Есть у меня соседка. Вон там, где мы живем, там пятиэтажки, соседка. Тетя Наташа. Она вообще была нормальная раньше, когда я помню, в детстве бегали, нормальная тетя Наташа была. Ну что-то с ней случилось вообще, что-то там подвинулось, щелкнуло, ну как бывает вообще. Ну так плохо говорить про человека, знаешь, что он там психический или какой-то, ну что-то щелкнуло мне. Вот. Она сидит днями и ночами там на скамейке, иногда с открытым ртом, короче, такая. Такая зафиксировалась тетя Наташа, о, и все, ты можешь ночью реально идти мимо подъезда, опа, тетя Наташа мух ловит там ртом, вообще как большая птица такая. Ну, знаешь, так смеяться нехорошо, ну так, ну смешно просто. Вот. И одним утром ко мне приехали кореша на автобусике, ну знаешь, чтобы настройку отвезти, она всех собирает автобус, короче. А я что-то ломы было вставать, там, знаешь, одеваться. Все. Я думаю, где бы мне спрятаться? Решил, спрячусь я во рту у тети Наташи. Она там с ночи сидит, я к ней подхожу, говорю, тетя Наташа, я на работу не хочу. Пацаны-то они жесткие вообще, они плоскогубцами достанут, у них другого маляра нет. Ой, блядь. Еще задумаешься, кто боль банутый, да, я или тетя Наташа. Не, короче, к чему я это все? Она лежала с каким-то таким типцом, художником тоже. И он ей подарил тетрадку. Тетрадка всякая там, знаешь, заполненная его картинками. И она эту тетрадку листала, листала так по жизни. Вот, и я тоже один раз сел, залип и вообще и по полной. Я понял, что вот настоящая живопись, она здесь. Это, ты прикинь, голова человека и дальше волосы. Uh-huh. И волосы заполняют вообще весь лист. Uh-huh. Открытые рты везде. Это, наверное, он тебе Наташа рисовал. Говорит. Потом кошечка, внутри кошечки какая-нибудь рыбка, внутри рыбки паровоз. Короче, едет. И внутри паровоза еще рыбка, и так все такое вложено, такое. И я взял на стенке, короче, нарисовал огромную рыбу, внутри нее кошечку, внутри кошечки такой тоже, знаешь, кладбище. И там старуха кричит на памятник. Это из моего сна одного. Знаешь, там кладбище, которое у нас там, и старуха стоит и орет на памятник. То она поговорить с ним хочет, то ли что. Кореша посмотрели на стенку, говорят, ну ты вообще, блядь, панутый Леха, вообще ты реальный Пикассо. Только генералу не показывай, там это дача генерала какого-то там, КГБ или кто он там. Здорово, вообще. Как сам. Ну что, давай, подвигаюсь какой-то. Да, давай, что-нибудь включу, какую-нибудь сначала поехал, дальше.